Более 120 тысяч кубометров грязной воды каждые сутки уходит в Тверскую канализацию. Вся она в итоге попадает на очистные сооружения в Больших Перемерках. Сейчас там идет большая работа в рамках национального проекта «Экология» – реконструкция блока биологической очистки. Самые масштабные конструкции на очистных – вторичные отстойники. Огромные резервуары, в которых очищенная вода, готовая к сбросу, отделяется от активного ила, использовавшегося для ее очистки. 4 из 10 отстойников, значит, более 10 лет не эксплуатировались и находятся вот в таком состоянии, как вы видите сейчас. 3 уже из них находятся в разной степени реконструкции, чтобы их запустить в эксплуатацию, и после этого оставшиеся 6 будем реконструировать. Работы на первых 2 из ранее заброшенных резервуаров на сегодняшний день уже близки к завершению. Полностью заменены железобетонные и металлические конструкции. Частично установлено новое оборудование. Вот этот отстойник, он был в таком же состоянии, как первый, мы видели, 1 из 4. И сейчас он уже в высокой степени готовности, то есть практически все работы по реконструкции завершены, поставлено новое оборудование, и я думаю, что в течение какого-то ближайшего времени можно будет его запускать в работу. Полным ходом идет реконструкция аэротенков, резервуаров, где происходит основная биологическая очистка стоков. Всего на очистных сооружениях их 5. 2 из них сейчас находятся в реконструкции. Еще 3 обеспечивают потребности города. Здесь произведен демонтаж железобетонных и технологических конструкций. Сейчас новые монолитные конструкции заливаются, и после этого будет произведен монтаж нового технологического оборудования. Большой объем работ произведен в здании воздуходувной станции. Отремонтированы фасад и кровля, обновлены полы и стены, смонтированы новые воздуховоды, коммунальные сети и вентиляция. Но главное, установлены и скоро будут запущены в работу 2 современных воздуходувных агрегата. А на месте этого котлована скоро будет возведена новая насосная станция возвратного ила. Та система перекачки ила, что работает сейчас, была построена полвека назад и с трудом справляется со своими обязанностями. К тому же морально и физически устарела. Поэтому было принято решение не ремонтировать ее, а полностью изменить технологию. Работы по реконструкции блока биологической очистки очистных сооружений города Твери начаты в 2019 году в рамках национального проекта «Экология». Работы ведутся по согласованному с подрядной организацией графику, отставаний нет. Летом значительно увеличены темпы работ. Следует отметить, что на протяжении всего срока реконструкции работы ведутся без остановок технологического процесса. Очистные сооружения работают в обычном круглосуточном режиме, и вся вода, сбрасываемая отсюда в Волгу, имеет показатели чистоты не ниже нормативных.